В Твери во всех районах города проводятся рейды по наличию в аптеках масок. В ходе мониторинга представители органов власти и общественности выясняют, в каком объеме продаются индивидуальные средства защиты и где есть дефицит. Поручение обеспечить мониторинг наличия масок в аптечной сети дал губернатор Игорь Руденя. Дефицита медицинских масок в большинстве тверских аптек нет. В ходе рейда почти во всех районах города, как, например, вот здесь, на улице Коминтерна, общественники сразу получали ответ, что одноразовые средства защиты есть в наличии. Здравствуйте. У вас есть маски одноразовые в продаже? Да, 34,90. 34,90. Я еще вижу, у вас салфетки, да, есть одноразовые? 100 штук, если не ошибаюсь. Из них нужно маску. А в этой аптеке на улице Коробкова сейчас масок нет, но в ближайшее время они появятся. В этом случае аптека сразу получает консультацию и контактные телефоны поставщиков. Вот целый список тверских производителей, которые могут поставлять средства индивидуальной защиты. Министерством промышленности ежедневно ведется мониторинг всех аптек региона. На 80% аптеки снабжены масками, как одноразовыми, так и многоразовыми. Такие рейды по проверке наличия масок в аптеках проводятся в еженедельном режиме. Так, с первых дней мая в регионе продолжается социальная акция. На остановках общественного транспорта волонтеры бесплатно раздают многоразовые маски. Напомним, что с 12 мая всем жителям региона рекомендовано носить маски при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.